С основами управления своими программами мы познакомились в первой части этого курса. Вы знакомы с такими командами, как Ctrl-C, Ctrl-Z, FG и BG. Однако на сервере вы можете захотеть запустить сразу несколько программ. Чтобы посмотреть список запущенных вами приложений, вызовите команду jobs. Вы можете продолжить запуск любой из ваших программ, вызвав аналогичные команды FG и BG, указав номер программы, которую вы хотите продолжить, в фоновом режиме или в вашем терминале. Не забудьте перед номером указать процент, если вы используете BioLinux.